Итак, начинается последняя игра гранд-финала Фанакреста. Кирачи 32 и Штормерайт. Нереальное возвращение. После подписания в организацию сможет ли Кирилл, Гришин, блять, и Никита Кулаков, нахуй, точнее, его настоящая фамилия не такая. Смогут ли они выиграть ФНКС? У них единственный самый, блять, да, еби его в жопу. Он тоже близко по поинтам стоит. Самый близкий соперник — это Гуилд Хен. 5 поинтов отрыв от первого места. Надо выигрывать этот ФНКС. 60 дэмэджа минус у них есть. Идеально катается в зону. Надо держаться вместе, блять. Они это знают, они умеют играть в эту игру. Они могут выиграть этот флаг. Они могут спокойно выиграть ФНКС. Конечно, у Кризи, Ками и Хена ситуация намного лучше. Но! Да! Убить! Убить нахуй!